Губернатор штата Нью-Йорк, член Демократической партии и бывший генеральный прокурор США Роберт Кеннеди был застрелен 6 июня 1968 года, за ночь до того, как были объявлены результаты президентских праймерис. Это было одно из самых громких политических убийств в истории США. Сын политика, Роберт Кеннеди-младший, недавно призвал заново расследовать смерть своего отца. В интервью газете «Вашингтон-Пост» он сказал, что считает, что обвиненный в убийстве палестинский мигрант Сирхан Сирхан был осужден несправедливо. Кеннеди-младший знаком с результатами вскрытия. Он провел немало времени в беседах с отбывающим заключение Сирханом и пришел к выводу, что тот не убивал его отца. Сирхан не мог этого сделать. Он стоял в другом месте, у него не было патронов. Нужно новое расследование, нужно найти преступника. На суде Сирхан признался в убийстве, но всегда утверждал, что не помнит, что произошло в тот день. Его адвокат тогда сказал ему, что так будет лучше. В противном случае Сирхану грозила смертная казнь.